Всем привет снова, здравствуйте, ZBrush2019, и в этом ролике хотелось бы рассмотреть авиацию, как сделать самолет, крылья и так далее. Много персонажей уже рассмотрели на канале, это вот остается именно открытый вопрос. Самолет, где самолет, погнали разбираться. Так, первым делом опять же тулы, опять же сфера. Все, что летает, это сфера. Попугай и так далее. Make Polymesh. Так, Edit Make Polymesh по прошлым роликам. Опять же, X. Смотрим, где симметрия. Flur включаем. Поворачиваем боком. Вот так, Alt и левая кнопка мыши отодвигаем все это дело. Включаем Move. Ну и опять же, давайте вот такую штукенцию вытянем. Смотрим, что это у нас. Вот такой будет корпус. Опять же, мов. И немножко это все дело по бокам можно сплюснуть. Самолет он такой. Так, следом делаем геометрии и делаем Dynamesh. Следом Ctrl-Shift. Кисти и выбираем, можно Trim Rect, а можно Trim Curve вот это. Ну давайте Trim Rect. Shift, левая кнопка мыши выравниваем, если у кого-то не выровненная форма. И вот так все это дело где-то обрезать. Так, теперь следом можно вот так все это дело сверху подрезать. Получается вот, типа лодочки вот такой. Ставим Draw Size побольше и шифтом это дело можно выгладить. Вот так вот. Теперь опять же можно Move и немножко, наверное, еще сплюснем. Вот так. И в принципе уже нормальная модель. Можно сделать Polish и Dynamesh. Вот так вот. Чтобы все это дело сгладить. Так, корпус есть, все нормально. Вот теперь можно с корпусом поработать. Вот так вот это все дело замаскировать. Немножко все это дело так подкрутить и немножко поставить на место. Вот это будет вот так вот выглядеть. Так, опять же, шифтом все это дело выглаживаем. Не смотрите, это все болванка. Можете с ней делать что угодно и как угодно. Так, теперь, опять же, Ctrl-Shift. Можно попробовать клип циркл вот эту. Тоже хорошая кисточка. По прошлым видео вы это дело уже, наверное, поняли. И вот так все это можно... Так вот где-то округлить, опять же это все выгладить. Вот такие операции. Придаете форму любую, вот хвостовик будет вот такой вот, типа загнутый. Сейчас не привязываемся ни к какой точно модели, никакой там, допустим, мистер Шмидт или Боинг, без разницы. Вот именно пока моделируем в произвольной форме. Так, вот такая получается болванка. Ну, давайте теперь поработаем над крыльями. Болванка пусть повисит. Без крыльев мы не увидим общее очертание самолета. Вот такая пакость оказывается. Так, append и добавляем куб. Переключаемся на куб. И здесь уже опять же по прошлому видео геометрии. И вот поработаем с сайзом. Где что? Это нам не надо. Здесь сплюснем. Вот так все дело вытянем. И вот так немножко еще потоньше сделаем. Крылья толстые нам не нужны. Ну, где-то вот так вот. Так, смотрим, что получилось. В принципе, получилось неплохо. Уже наметки какого-то дельтаплана. И тут опять же нам поможет Ctrl-Shift и именно вот эта вот кисточка, которую мы резали. Вот так мы ее вытягиваем. Где-то вот так
Устанавливаем. И вот так вот можно обрезать. Делаем Ctrl-W. И делаем теперь DynaMesh. Polish DynaMesh. Следом Modify Topology, Mirror and Well. И делаем симметрию. Ну вот, в принципе, что-то вот такое получается. Теперь все это дело опускаем. Передвигаем чуть-чуть, наверное, вот сюда. Будем делать необычный самолет. Вот так все это вытягиваем. Вот такое построение крыла. Следом можно это все еще подрезать. Не проблема использовать Ctrl-Shift и любые вот эти кисточки. Trim Curve, допустим. Можно... Так, пардоньте. Вот так вот можно что-то еще, допустим, подрезать. Можно придать крылу именно с помощью Mov Elastic или Mov Topology какой-то вид. Вот X-симметрию включаем и где-то вот так вот какие-то крылья. Допустим, вот здесь вот можно вот эту часть чуть-чуть вот так вот вытянуть. Вот так вот. Все это можно сделать и обрезкой, допустим. Ну, вот, так, вот такой вот внешний вид получается у самолета. Крылья также можно с помощью Ctrl и маскирования X отключаем. Ctrl, Alt делаем вот так вот очищение. И с помощью Mov можно эти крылья, ну, где-то вот так вот, допустим, завернуть вот таким вот образом. Опять же, Mirror and Well. Вот получается уже крылья совсем другой формы. И опять же, здесь можно поработать уже резкой. Где-то вот, возможно, где-то вот так вот можно обрезать. Вот такие крылья получаются прикольные. Все, здесь потом можно тоже так же поработать. Допустим, вот Ctrl-Shift. Вот так мы все это дело подрезаем. Жмем Alt. И вот так вот загибаем. Пробелом можем переносить куда нам надо. Вот так, допустим, крыло. Пойдет вот так как-нибудь. Просто хвостовик ему подтянем. Вот получается что-то в этом духе. Так, теперь делаем Ctrl-W всему этому. И можно опять же, часто DynaMesh не делайте, потому что полигоны больше становятся. Старайтесь как-то на низких полигонах делать заготовки. Ну, если потом можно все это понизить, и вам это не принципиально, то можно уже сетку по ходу выравнивать. Вот такие получаются прикольные крылья. Вот так вот. Теперь можно сделать этим крыльям дубляж. Дубликат вот в саптулах. С помощью Mov все это поднять. Все это перекрутить вот таким вот образом. Опустить. Ну и уменьшить в размерах геометри, size. Все это дело уменьшаем. Вот где-то так. Теперь все это можно обрезать. Опять же, ненужное убрать. Вот так. А этот хвост можно сделать
ну, допустим, вот так вот туповатым. Вот у нас уже есть хвост. Все это дело можно подровнять, чуть-чуть перекрутить. Вот уже что-то симпатичное получается. Простой вариант опять же рассматриваем. Что нам еще нужно? Нам нужны вот эти боковушки. Мы можем использовать опять же крылья. Опять же делаем им дубликат. Все по-простенькому. Append. Так, дубликат. Опять же крылья. Так, дубликат сделан. Давайте этот дубликат теперь опять же с помощью Move отведем. Вот так чуть-чуть подкрутим и вот так его поставим на это место. Следом опять же геометрии, все простенько, уменьшаем размеры. Вот где-то вот так. И в принципе уже симметрия делать можно и не обрезать ничего. Можно немножко докорректировать, опять же подрезочкой где-то придать какой-то, ну вот тут такой вот вид, чуть-чуть выгладить, и опять же Modify Topology Mirror and Well. Не знаю, не симпатичный, по-моему. Вернемся назад, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. В принципе, вот такие более-менее будут. Так, Mirror and Well, вот уже, в принципе, заиграл самолет, более красивый стал. Так, крылья прикольные, все это мы сделали, теперь давайте сделаем кабину. Ну, кабина, как обычно, опять же, сфера. Делаем subtool append и заходим и находим именно сферу. Переключаемся, опять же, не забываем на сферу, опять же, все это move. А кабину можно чуть-чуть вот сюда, вот так, как в фантастике поставить. Чуть-чуть ее вот так сплюснуть и чуть-чуть вот в таком духе. Вот так. Можно ниже ее посадить и немножко еще растянуть. Вот так вот. Вот такой необычный самолет получается. Ну а теперь как в фантастике. Раз поперло, так поперло, да? Давайте на нос поставим именно движок. Это получается у нас можно с цилиндра, можно с чего угодно. Ну давайте с цилиндра append и найдем вот этот цилиндр. Не вот этот цилиндр 3D, а вот этот Render 3D. О, вот этот пойдет. Он уже гладкий. На него переключаемся. Сразу ему делаем Dynamesh. Dynamesh проходит. И теперь опять же Move. Все это дело перекручиваем. Это уже готовый, считай, у нас движок. Вот так вот. Необычный будет. Вот что-то в таком духе. Смотрим, что да как. И теперь немного size, немного его уменьшим. Чтобы перебора не было. Вот где-то, ну, чтобы маленький не был. Вот в таком духе. И немножко, наверное, подкорректировать вот так его. Чуть-чуть подзадрать. Ну и, в принципе, уже неплохой двиган получается. Смотрим, что у нас тут Mirror and Well. Все, он ровно стал, не исказился. А в принципе, что-то тут его немножко кружануло. Вот смотрим со всех ракурсов. Вот что-то вот так вот делаем. Все прикольно, все зашибись. Можно сюда еще добавить именно так, трубы воздуховода. Мы их сделаем. Откроем опять же subtool append и откроем ring 3D. Вот этот. На него переключимся. Вытянем его вот сюда. Вот так вот к боку. Ну и опять же вот таким вот макаром можно его именно вытянуть. Так, Ctrl-Z.
А можно сделать вот еще как. Все это дело сразу Ctrl-Shift Trim-Rect. Вот так вот много не обрезаем. И вот так вот немножко корректируем. Вот таким образом. Теперь вот эту часть немножко маскируем. А вот эту часть с помощью Move. Вот так вот так. Пардоньте. Немножко, наверное, можно... Вот так уменьшить и поставить на место вот к этой, чтобы разница была в размере. Вот так вот. И немножко вот так его сплюснуть. Во! Вот теперь уже что-то более-менее симпатичное получается. Снимаем маску. Делаем Dynamesh. Геометри делаем Dynamesh. Немножко все выглаживаем и подставляем именно вот сюда, вот так. Вот так вот. Вот эту часть теперь можно замаскировать. А вот эту часть с помощью Move вот так как-нибудь отрегулировать. Вот так вот. Побольше ее можно даже поставить. Все это дело опять же выгладить. И уже прикольная штука. Вот так еще поставить. И Ctrl, левая кнопка мыши, вытягиваем, делаем дубликат. Снимаем маску и делаем всему этому делу Modify Topology Mirror and Well. Вот такой вот забавный самолет получается. Давайте немножко поэкспериментируем. Вот это все посадим глубже. Вот так если сделать. И сделать Mirror and Well, то вообще прикольно получается. Вот такие вот трубы. Можно еще добавить какие-нибудь тут сходы. Какие-нибудь крепления и так далее. Это уже фантазия ваша. Так, ну что еще можно сделать? Давайте добавим винт. С винтом тут будет все попроще. Это append. Опять же открываем сферу. Переключаемся на нее. Опускаем ее вниз. Вот так вот вытягиваем. Вот так. И вот так вот сплюснем. Вот таким вот образом. Ну, еще немножко можно вот так преобразить. Следом геометрии. Так. Делаем Ctrl. Вот так вытягиваем. Перекручиваем вот этот винт. Ставим его где-то вот так вот. Вниз еще чуть-чуть опускаем. Немножко корректируем. Опять же Ctrl, опять же перекручиваем. И опять же ставим. Ну и опять же, наверное. Так, а винт, по-моему, он тройной. Да, тройной, пусть он вот так как-то будет. Не знаю, правильно, нет, вот такой он или... Вот так, наверное, где-то. Ну, давайте еще один сделаем. Я просто авиацию дюжить не рассматривал. Как что, так по памяти. И всему этому делаем Ctrl-W и делаем Dynamesh. Polish Dynamesh. Так, теперь... Смотрим, что да как. Modify Topology Mirror and Well. Смотрим со всех сторон. Делаем теперь Size. Уменьшаем. Вот так вот. Ну и с помощью гизмо подставляем это все дело на нос. А
Отцентровываем вот так его. Отключаем гизму, смотрим. Ну вот, что-то в таком духе. Так, что еще можно добавить? Ну, в принципе, уже тут снизу можно воздухам добавить. Давайте воздухозаборник еще, чтобы вид был более-менее симпатичен. Добавим, давайте. Так, append, добавим, опять же, цилиндр. Переключимся на него. Shift, отключим все саптулы. С помощью гизмо все это перекрутим вот так вот. Все это дело, так, пардонте, Ctrl-Z, все это дело немножко вот так вот вытянем. Сделаем всему этому DynaMesh сразу, чтобы резать. DynaMesh. Ну и попробуем теперь все это дело под воздуховод обрезать. Trim Curve. Обрезаем все это дело вот так вот снизу. Смотрим нормально. Обрезаем теперь вот так вот бочину. Ну и обрезать надо вверх. Вот так вот. Так, теперь Modify Topology Mirror and Well. Вот такая штука. И вот эту заднюю часть тоже побольше косину вот так вот делаем. Все, обрезка прошла. Ctrl-W и делаем теперь DynaMesh. Вот так вот. Так, следом теперь поработаем маской. Вот так вот все это замаскируем. Ctrl. Так, смотрим на всю длину, не надо, снимаем маску вот до сих пор. Ctrl-Alt, чтобы сверху вот так вот получилось. Теперь делаем Ctrl-I. Переводим вот в такую позицию и делаем мов и уводим вот так вглубь. Быстрый способ, в принципе, пойдет. Внешний вид, чтобы просто было. Там, если делать, то надо уже вычитанием все это дело убирать. Так, саптулы. Shift. Включаем всю эту штукенцию и опускаем воздуховод. Так, вот так он становится. Уменьшаем его опять же в геометрии. Size. И немножко поднимаем кверху. Вот так вот. Все. Это на своем месте. Вот так вот прикольно что-то можно тут сделать. Какие-то тут можно гайки, болты, какие-то листы типа жести клепанные добавить. Ну и крыло, как без крыло не сделать правильно, тут уже можно поработать вычитанием, сделать пустоту, добавить именно рулевую часть. И на хвосте тоже выборку сделать, это вы уже посмотрите сами. Так, что еще? Ну опять же давайте крылья сделаем потоньше. Сделаем, находим крылья. Это хвост. Вот они крылья. И делаем мов. И вот так все это дело почему-то не уменьшается. Вот так крылья делаем потоньше. Все прикольно. Можно их выгладить. Вот с этой стороны можно их сделать даже потолще. Где-то зима-лето. Сейчас посмотрим. Вот так вот выравниваем. Brush size поменьше. И вот масочкой. Придаем вот так вот толщину. Конечно, ровнее надо. Не без этого. Делаем Ctrl-I. Вот так вот.
Вот такая штука получилась. А теперь заходим именно в деформацию. Можно инфлатеном чуть-чуть прибавить толщину. Теперь все это дело снимаем. Все это выглаживаем. Вот так вот. Побольше выглажки. И получается вот эту часть можно еще вот так вот выгладить. Она тогда получается пухлая. Вот так вот. Можно, конечно, крылу обрезку такую дать. Допустим, делаем мов. Опять же, делаем ей толщину. Крылу делаем всему этому дайнамеш. Ставим обрезку и обрезаем где-то, ну, вот так вот. Все это теперь Ctrl-W и опять же дайнамеш. Делаем сетку и все это дело выглаживаем. Вот можно еще таким способом. Опять же, потом делаем Geometry Mirror and Well. Modify Topology Mirror and Well. Вот уже прикольное дутое крыло. Уже более-менее вид. Так, ну спереди на винт тут можно добавить какую-нибудь ялду. Так, что еще можно сделать? Можно здесь добавить двигателя, как в ролике с мотоциклом. Когда делали мотоцикл, вот эти вот 4 штуки здесь можно добавить именно. Как их там называют, забыл. Ядрить, копать. Так, ну и теперь можно же колеса, правильно? Давайте колеса добавим. Опять же, делаем up and добавляем цилиндр только 3D. Заходим теперь именно, ставим, переключаемся на него. Добавляем Ctrl D и делаем всему это геометрии Dynamesh. Следом все это дело перекручиваем. Вот так опять же уменьшаем в размере. Выносим в бок и опускаем вниз. Вот так вот это все подставляем. Вот так вот. И немножко вот где-то вот сюда их. Вот таким вот образом. Теперь size уменьшаем. Вот так чуть-чуть делаем. Следом можно сделать вот что. Вот так вот маскируем. Делаем Ctrl-I. И вот теперь можно все это надуть. Вот так вот. Вот уже прикольное получилось. Колесо сразу выгладить можно. Снять маску. Вот так оно выглядит. Так, Ctrl-Z. Еще надо ее вот так вот вытянуть, чтобы выходило за пределы. Вот так вот. И теперь делаем Modify Topology Mirror and Well. Уже прикольно. И теперь заходим именно в Subtools. Ну и теперь, наверное, Append опять, наверное. Ну, давайте опять цилиндр возьмем. Вот так. Опять ему Ctrl-D. Опять же ему делаем геометрии Dynamesh. Ну. Так, теперь все это дело подставляем именно к этому колесу. Все это дело сплюснем. Вот так вот вытянем. Ну и опять вот чуть-чуть сделаем поменьше. Чуть-чуть перекрутим. И чуть-чуть именно поставим вот на это место. Вот так вот где-то. Вот так. Следом все это дело можно обрезать. Где-то вот до таких размеров. Где-то вот до сюда. Вот так. И теперь можно все это дело сделать, опять же, Modify Topology, Mirror and Well.
Вот так. Объединить теперь можно все это дело именно так, колеса и вот эта верхняя деталь. Это делаем merge, merge down, окей. Одну часть маскируем и вот так с помощью морфигизма переходим и подгоняем именно к крылу. Потому что у нас, в принципе, самолет у нас, вот именно крылья, если дальше, то колеса должны быть спереди. Это понятно. И убираться они должны именно в крыло. Вот так. Или подгибаться как-то. Ну, посмотрим. Давайте, раз экспериментальная модель. Так, смотрим с разных ракурсов. И вот так все это дело подгоняем. Делаем теперь geometry mirror and well. Вот так вот. Интересно, как он будет идти на посадку. Ну, в принципе, без разницы. Модель-то экспериментальная. Так, ну и, наверное, сделаем теперь дубликат, чтобы не заморачиваться. И вот все это дело перетащим. Так. В принципе, нос слишком длинный. Колеса можно вот так вот перетащить. Нам все равно одно нужно. Вот так вот. Вот так ставим, сделаем теперь geometry mirror and well. Вот такое колесо получилось. И теперь по сайзу можно все это дело уменьшить. Все это дело теперь развернуть в обратную сторону и подставить вот к этой части. Ядрить, копать, колотить, забивать. Вот это я архитектор Минди Сабаль. Вот так вот охеренно смотрится. Сзади вообще не в тему. Ну, такой фантастический. Он на посадку пойдет и хана ему. Ну, в принципе, нормально. Мне нравится. Так. Что теперь можно сделать? Теперь вот это колесо оставляем. Переходим на первый сабтул. И давайте это все дело постараемся все объединить. Так, пропеллер есть. Что тут еще? Воздухан, так, остаются колеса. Ctrl-Z. Еще у нас остается уйма деталей. Так, начнем с верхней. Тоже merge. Merge down. Merge down. О, вот теперь можно экспериментировать. Что-то вот так поставить. Так, Ctrl-Z. Вот так вот это дело оттянуть. Вот так. Заднее колесо теперь можно вот сюда вот перетащить. Вот так вот поставить. Ну и передние колеса пусть остаются тут. Только мы теперь сделаем вот что. Переключимся на модель. Вот так все замаскируем. Так, так, X отключаем. Замаскируем, вот так вот снимем маску с крыла. Вот таким вот образом. Ctrl-Alt. И теперь крыло можно немножко передвинуть вот сюда. Вот так.
Теперь заходим в геометрии и делаем Miro and Well. Вот такая штукенция получается. Все прикольно. Вот теперь колеса будут, наверное, в тему. И колеса ставим вот сюда под крыло. И вот сюда вот так вот. Так, куда это? И вот сюда вот так вот. Припускаем и вот так вот отводим. Вот сюда. И немножко уменьшим их в размере. Size. И вот так. Так, заднее колесо тоже немножко приподнимем. Вот так вот. И немножко уменьшим. Что-то оно большевато. О! Более-менее синхронно, более-менее классно. Ну, а дальше вот таким принципом, если уже вы делаете настоящий самолет, то уже внимание, конечно, к покрышкам, к дискам, к каким-то деталям, именно вид хвоста, обтекаемость, загнутость крыльев, наличие именно вот копия двигателя, чтобы был более четкий. А так это вот игрушечный самолетик. В принципе, имеет право на существование. Кому интересно, ставьте лайк, кому нет, дизлайк. Ну, в принципе, прикольная штука. Все, всем пока, до свидания.